сами понимаете, это проект о том, что можно вещи не выбрасывать, а использовать их вторично. Дойти к конкурсу глобально. Не просто собрать пластик, а создать из него шедевр, который сможет претендовать на запись в Книге рекордов Гиннесса. Пока в Книге рекордов Гиннесса записано около 30 достижений белорусов, и благодаря усилиям школьников скоро туда добавится еще одно. Это важно для нашей страны и в целом для экологии.